Привет, добро пожаловать в «Алог на пару». Я решила... О, так лучше. Я решила снять макияж. Вчера вам понравилось, как я накрасилась? Сегодня я накрасилась одной из палеток, о которой я буду рассказывать. Ну вот, сняла видео, буду рассказывать. Это покупки из Испании. Я почему-то опять не в фокусе. Одета я так же, как пару дней назад. Ну, я один раз одела, решила вот второй раз одеться так же. Сейчас кеды накину, и мы пойдем в связной, в аптеку, по всяким делам. В общем, прогульнемся. Сегодня мне еще предстоит отснять приближенные кадры того, что я снимала. Ну, потому что я хочу вставить еще приближенные кадры, чтобы вам лучше было видно все. Вот, сейчас придем, и я займусь тем, что буду это снимать. Так, вот. Последние фокус. Денечки в белом. Ага. Вот этот топ из Гленфилда, штаны из Ойша. Браслет из Турции. Часы из Эйвен. Прям не отличается, золото. Да, сережки советские. Угу. И вот это ожерелье. Аня помнит, где мы его брали очень давно. Татвим назывался магазин. Ну, оно прикольное такое, да, асимметричное. Очень, очень ты к нам повернись, а не в зеркало. Я любую сама. Да, я понимаю. Я его очень люблю. Вот здесь бисером все сделано. Что-то у меня не фокусируется сейчас. Во, красивенько. Вот это было куплено из той коллекции. У меня на канале есть видео, когда я там делаю комплекс лечебной физкультуры. Я в такой юбке и в сиреневом топе. Вот к этой коллекции было куплено. Ну, вспомнила, да? Да. Мы гуляем. Я сегодня очень плохо себя чувствую. Мама, даже не хотела идти, а сейчас горжусь собой, что я все-таки вышла. Да. И мы поплелись по всяким переулкам. Красивые тут переулки. Но это вот мэрия Москвы. И мы идем дальше в переулок, потому что мама сказала, что там что-то очень красивое. После ремонта понастроили. Красиво, да, сделали тротуар, клумбы всякие. Да. Купили мне зарядку портативную, которую украли у меня. Ей предлагали золотого цвета. Я сказала, что это не счастливый цвет, у меня уже его украли. А еще Аня уже разделась. Вот. Жарко так. Потому что жарко неимоверно. Ужас. Я ее предупреждала. Ну, я не была... Ну, я не думала. Я не думала, в общем. А еще мы купили проводок на зарядку для айфона. Вот все выпало хорошо. Ну, но я уже сколько читаю отзывов. Но неужели они не могут сделать нормальные провода, чтобы там вот этот пластик не отходил? Ну, просто ужас. Мы купили какой-то неродной, но симпатичный. Так, сейчас покажем вам красоту. Может быть, если получится. А еще мы оплатили заказ Орифлейм, потому что завтра привезут, и нужно чек показывать. Ну, в общем, много всего. А, да. И на iTunes взяли... как они называются? Ты хочешь все рассказать? Ну, что ты же говоришь на это? Нижнее белье тоже? Нет. Я не знаю, вам видно или нет, но это... Богомол. Он только что улетал вокруг нас. Да. Прямо на улице. Выпендривается перед московской мэрией. Перед камерой он выпендривается. Ой, красавец. Красиво сделали. Здесь был очень узкий тротуар. Что это за какая-то темная у меня? Потому что против света. Не, красиво, вот там фонарики такие клевые. Их много, и они ну, реально красивые. Я сейчас потемнее сделаю. И снова здравствуйте. Анюта устала. Она уже, да, уже оказывается, занимала. Месяц так не ходит. Тебя плохо видно. Нормально, я здесь. Вот. Ну что еще? Ну, нам сегодня позвонили от доктора и записали на понедельник. Аню на очередную консультацию, меня на первую.
проверку. Наверное, швы будут снимать. Надо проверять вас. У меня сегодня все болело просто вообще. Я когда проснулась, чуть на стенку не лезла. У меня закончились уже все обезболивающие. Вообще плохо себя чувствовала. Я уже говорила об этом. Вот. Еле-еле нам в аптеке дали лекарство. Да, потому что оно, оказывается, по рецепту отпускается только. Хорошо, что уже все нам доверяют. Да. И прекрасный вопрос в тему. Мария Куликова спрашивает, скажите, пожалуйста, а как вам вкус супа от Oriflame? Ну, в принципе, они оба вкусные, один просто много пресный, другой вообще вкусный. Нет, сейчас он уже не пресный какой-то, ну... мы давно не ели. Ну, в общем, нормальные супы, мы их в самом начале вообще много употребляли. А томатного только у меня очень сильно. Потом, когда мне сделали операцию, мы перестали их есть. Потом тоже немножко поели. Ну, в общем, конечно, когда одно и то же, там как-то приедается все это. Ну, и летом, естественно, что есть такие супы, если можно есть нормальные. А сейчас вот я подписалась на супы. Я рассказывала в корзинке Oriflame. И я сначала купила спаржевый. Завтра придет томатный. Мы едим его. Вкусненько так. Мама вообще с хлебом ест его. Ну, я там крошу. Да, я не могу с хлебом. А Хелена Почтаренко спрашивает Аню, а чем закончилась эпопея с прошлой работы? Выплатили ли хоть задолженность по зарплате? Да, выплатили. И есть ли в планах, может, после выздоровления выход на работу? У меня ремонт в планах. Это нет, ну, ребят, вообще мы очень давно не работаем. Ну, на работе. Аня с 12 лет не работает, а я с 98 года. Ну, мы не работаем, у нас свой бизнес. Да. Я уже много раз рассказывала, я несколько раз выходила на работу, на разные работы, но в основном просто, чтобы посмотреть, что, как, получить какой-то опыт. Ну, в этот раз Аня работала по необходимости. Да. Просто-напросто. Следующий вопрос от Марины Мироновой. Девочки, а вы посещали когда-нибудь в своей жизни психоаналитика? Я нет. Психотерапевта я посещала. Ну, расскажи, как ты посещала. Все, я посещала психотерапевта, но это после эмоционального очень события. Так, в принципе, ну, когда спокойная жизнь, нет, не посещаю. У нас в Москве не такие психотерапевты. У каждого какие-то, знаете, вот у людей... Вообще в России школа такая психоанализа и психология очень примитивная. У каждого есть свое какое-то мнение, и каждый его втюхивает своим пациентам, клиентам. А я такого не должно быть. А я просто параноик по жизни. Я никогда никому не дал копаться в своей голове. Потому что я вообще не верю, что обычный человек может мне чем-то помочь. Вот честно, не понимаю я этого. Я сама мама в себе тихо, мило, спокойно разбираюсь. Как и диеты работают. Она много чего не понимает. Как диеты работают. Диеты я понимаю, все какая всю жизнь на диета. Неужели действительно потребление, подсчет калорий что-то даст? Да перестань, что-то болтать. Что ты болтаешь? Вот следующая такая. И диеты – это тело, а тут мы говорим про мозги. Почему ты меня затыкаешь? Ой, Юлия Плешакова. Вы сегодня сказали, что любите соки. А свои соки не делаете? И вообще, как относитесь к соковыжималке? Я не сказала, что мы любим соки. Да. Я сказала, что мы их пьем, потому что сейчас больше ничего сладкого не получается. А мы вообще-то очень редко соки покупаем. Да. А мы просто сейчас. Из-за того, что вот, что-то пить надо сладенькое такое. Вообще, соки не очень полезные. Это вообще бесполезно абсолютно. Я недавно где-то прочитала, что больше 3 стаканов в день соков вообще пить нельзя. А многие и пьют, и считают, что, вот как Аня говорит, соки, калории не подсчитывают, что там вообще они абсолютно безвредны, наоборот полезны. Я очень любила грейпфрутовый сок пить. У меня есть соковыжималка. Я каждое утро пила до тех пор, пока мне не удалили желчный пузырь. После этого... Ну, просто нельзя, я пила его всегда натощак, да, нельзя сейчас вот
кислое, тем более натощак. И очень изредка я себе в каком-нибудь ресторане позволяю выпить стакан грейпфрутового сока. Ну просто сок это очень концентрированный, ну вы понимаете, что это концентрированный продукт из нескольких фруктов, например, или овощей. И это нехорошо для организма. Организму нужна вот эта клетчатка вместе вот с этим концентратом. И, например, там, два грейпфрута мы не съедим, а сок делается из двух грейпфрутов. Вы же понимаете разницу? Ну, в общем, это наша такая позиция. Мы, в принципе, в реальной жизни... Ну, это во-первых. Операции а во-вторых, вы знаете, такие, такие спонтанные. Мы как начинаем что-то делать, например, морковный сок, вот Аня начинает делать, и делает неделю. А потом я была оранжевая. А потом у нее настроение все пропадает. Потом я оранжевая была от морковного сока, и все, я перестала. Вообще, мне больше всего после выжимания соков не нравится мыть соковыжималку. Ну, у нас есть и цитрусовая соковыжималка, и обычная. Все у нас есть. Ну, это же доставать туда-сюда, в общем. Винтяки. Последний вопрос. Ну, что ли, винтяки? Ты правильно объяснила, что не сильно полезно. Последний вопрос. Хорошо. Просто вредно. Сейчас Санька чихнет. Вопрос от Натальи Масиуковой, наверное. Ольга, а где вы жили в Алма-Ате? А работали на Абая и Ауэзова? Нет. Значит, смотрите, когда мы приехали в Алма-Ату, это было в 58 году, или в 50... Нет, в 57-м папа приехал. Мы жили на Байситовой, это прямо около оперного театра. Ну, недалеко от улицы Калинина. Когда читала этот вопрос, я подумала, что тебя спрашивают, ты вот на этих людей работал? Нет. Я еще думала, а потом мы переехали на улицу Маметовой и жили прямо вот на, у нас балкон выходил на Казахский драматический театр. Сейчас его убрали, по-моему, да, там куда-то его в другое место перевели. А работала я... А, училась я в школе номер 25, это напротив МВД, где памятник Дзержинскому стоял, на Калинина. И работала в гидропроекте на Пастера, рядом с СУМом. Так что всю подноготную алматинскую я вам выдала. Все? Ну, и да? Наши благодарности. Я сегодня очень благодарна, что мы так вот выходили. Я прям просто вырубилась. А то у меня последние несколько дней бессонница, я заснуть не могу. И сейчас я просто вот так спать хочу после этой прогулки. Нагулялись мы реально. У нас, наверное, животные втихаря от нас вот так вот сильно гуляют. А вот он спят. Потому что они спят вообще круглосуточно. Поедят и снова на боковую. А я уже сказала, что я очень благодарна за то, что все-таки я нашла в себе силы выйти. Вы знаете, я даже бодрее стала. Да? Да. А я ты же видишь, мы много достаточно прошли. Она бодрее, а я... Подожди, мы почти 5 километров прошли, да? Ну, 4,5. В итоге. Ну, вот. Так что я считаю, что мы молодцы. Мы прекрасно провели день. Уточню. Я сегодня отредактировала очередное видео. Я что заметила? Анька сегодня жаловалась. Говорю, когда редко снимаешь видео, прям сразу... Видео выкладываешь и столько просмотров, а когда начинаешь регулярно 2 раза в неделю выкладывать, уже никто вы так не накидывается. Надо на голодном пайке всех держать. Напишите, пожалуйста, любите ли вы соки? Есть ли у вас соковыжималка? Как мы, да. А и какие какой, вы больше какие любите? Соки? Цитрусовые, да, или просто вот из яблок, морковки? Сейчас очень модные вот эти всякие зеленые соки, всякое такое. Напишите, пожалуйста, как вы к этому относитесь, считаете ли вы это здоровым или нездоровым. Вообще, знаете, как я в одном фильме недавно услышала, люди делают то, что им скажут. Им сказали сейчас, что кокосовая вода делает задницу меньше, они пьют кокосовую воду. Вот как вы считаете, это что-то такое модное веяние, вот эти соки, или это реально полезно для человека? А мы с вами обязательно увидимся завтра. Обнимаю вас крепко-крепко-крепко-крепко-крепко и желаю вам доброго утра. Счастливого дня. Спокойной ночи. Пока-пока. Пока-пока.